тебя чистенько. Скажи, вы почаще приезжайте. Он так у него полуспячка была. Не, у него была настоящая спячка. Потому что когда они в спячку уходят, они в туалет не уходят. У них образуется определенная пробка в одном месте. И он у нас в феврале, по-моему, да? Из спячки вышел. У него со всех сторон прорвало. Причем он в туалет сходил, ладно, а потом подходит ко мне, как рыгнул, я думал, сознание потерял. Такой. Я Потапыч, он говорит, все, я из спячки вышел.